сапогом ебало бью. Короче, это была моя идея, потому тебе запикивать этот выпуск придется просто, вообще прикопано. Он там типа люмус тренировался. Дурак. Чё ты? Начинай, твоя квартира. Всем привет, это канал Акстар. Ты в своей квартире что-то более бодрый, я бы сказал. Ну, потому что я чувствую домашние стены. Всем привет, это канал Акстар, это Ярик. Я не чувствую домашние стены. Поэтому он сегодня будет еще лучше. Я вообще даже не знаю, что мы сегодня будем делать. Короче, это была моя идея, потому что я понял, что канал Акстара нужно вообще, нужно миллион просмотров, нужно очередное видео на миллион просмотров, и поэтому у нас то, что мы все любим, прекрасно, мы это скрываем, может быть, ночью засыпаем спать, вот как, знаете, Гарри Поттер, так хопано, он там типа люмус тренировался, а мы с тобой никому будем играть матерные песни, только... Что мы будем играть? Ну, не понимаю. Не, я тебе сказал матерные песни. Да, я просто буду играть аккорды, а ты там сам уже. Не, я же тебе сказал, мы придем, будем играть к матерной песне к тебе. Нет. Тебе запикивать этот выпуск придется просто, вообще будешь пикать через слово, погнали. Ой, подожди. Фу, он по тюнеру настраивает, на слух не может. Нет, я сам настраиваю. Да. Мне просто так удобнее. Напишись, смотришь. Погнали, давай. Оу-ноу-ноу, да это же наш любимый дед Максим. Вот и помер дед Максим, да и хуй остался с ним. Положили его в гроб, хуй в потолок. Он здоровенный был мужик, он на хуй вертел шашлык, хуй ветки он копал. Немножко полезная реклама, но не перематывает, а ну. Ребята, фингерсталисты, хочу порекомендовать вам классного гитариста Петра Селезнева. Парень записывает каверы с очень интересным звучанием, пишет свою музыку, а также снимает обучающие ролики. Как прижать гребаное баре? Зачем нужны ногти гитаристу? Это меня, кстати, тоже очень часто спрашивают. Ошибки новичков, гитаристов. В общем, различные приемы и фишки фингерстайла, которыми можете разнообразить свою игру и многое другое. Все это на канале Петра Селезнева, ссылка в описании. Обязательно подпишись, очень крутой чувак. Границы, ключ переломлена. Не та песня, не та песня, не та песня. Я давай, думаю, что-то странно, да. Давай. Там на суку сидит ворона с хуем во рту. Во лбу корона в эту темную ночь. Никто не в силах ей помочь. До дома доволочь. В эту темную ночь. Там за рекой ебаную салку, сам водяной кидает палку в эту темную ночь. Никто не в силах ей помочь. Пизда дома доволочь. В эту темную. Слушай, какие у меня тапочки? Ну просто, они все в тебя. Знаешь почему? Потому что... Там... Пуштелин! Не, на самом деле. Стой, ты чё играешь? Да, я сам сыграю, давай. Одну песенку, она просто сложная, ты не справишься. Дождь стучал по крышам, словно мне назло. Ты опять не вышла, сделан западло. Целый день стоял я под дождем и мог. Чтоб твое я вновь увидеть смог. Ты не пришла и с тобой, как будто нет другой такой. Мне не нужна любовь твоя, с другой счастлив буду я. Но если я тебя увижу вновь, я расшибу тебе кровь. Чтоб не нам, о, закончили. Давай следующий. Акстар опять залип. Скажи, сколько лет? Чего? Ну ты просто скажи, сколько лет? 29. Нет, не тебе, а сколько лет, просто скажи фразу. 11. Нет, сколько лет? Ну скажи, сколько лет? Сколько лет?
Ответ. Слушайте, тут такое дело. У друга моего изо рта пена. Не могли бы вы помочь залатать эту течь? Не умеет он здоровья беречь. Но прохожий не ответил, заметил ответ. Я в этих сипугливых глазах сегодня он увидел делесах. Тут каждая собака знает Вуху и Лёху, но когда-то с нами третий был Антоха. Но Антоха ускорялся, под землю с***ся. Остались только Волка и Лёха, Волка и Лёха, Волка и Лёха. С каждым днём мы чувствуем, как нам плохо. Смотри, какой чувак аккорды выложил на сайт. Просто на аватарку посмотри. Его зовут Ярослав. Ярослав. Вставь потом куда-нибудь это вот. Это не я, правда. Хотя, на самом деле, когда я голый, я вот так выгляжу. Да, я видел. Ну, ты видел, да. Я когда, короче, приходил забирать флешку, он такой голый приходит. На. А Башкирия, вода. 40 градусов по нам. 40 градусов по нам. Я такой, да? Бля, мы сейчас споем начало, тут ни одного матерного слова, да? А в Башкирии вода 40 градусов она. Если выпьешь той войны, то пойдешь считать столбы. А я выпил той воды и пошел считать столбы. 48 насчитал, в отрезвитель я попал. А в отрезвитель уют, сапогом побью. Раз побьют и два побьют, и в больницу обвезут. А в больницу уют, раз с них суют. Раз суют и два суют, и на кладбище везут. А видос мы закончили. И ставь лайк, если Ярик клёво танцевал в конце. И ставь лайк, как старый, подписывайся на канал. И если нужна следующая часть, которая, скорее всего, не будет, потому что я нахрен вообще матерные песни. Набираем 10 тысяч лайков. Если наберем, то мы найдем еще матерные песни для тебя и сделаем что-то весело. Зачем грустить? Давай 10 тысяч лайков, чтобы вышел следующий видос, и 15 тысяч лайков, чтобы он не выходил. Ха! Смешно будет. Ну, а, точно, слушай, мы же это, блин, вообще не пропели. Вставь это в начало. Подписывайся на канал Ярика. Я сказал вам вначале. Ну, давай еще раз. Подписывайся на мой канал. Ставь обязательно колокольчик. Подписывайся на канал лайки, Ярика, ссылка в описании. И мы Ярик сейчас для тебя споем матерные песни. Это в конце записываем.